Всем привет, друзья! Меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Land of the Dead, Город мертвых. В прошлый раз мы вышли вот именно на этом месте. Тут вот патроны лежат, в принципе. Аптечка, которая нам не нужна. Ну, патроны нам тоже не нужны сейчас, потому что у нас типа как полный боезапас. Поэтому пойдемте просто дальше. Только что мы убили двух зомбячих здесь. Они жрали вот эту вот чувиху. Бедная чувиха. Окей, вот этот зомбячий сейчас по-любому встанет. Ха! Как предсказуемо, мистер зомби. Вы уже никого не способны напугать. Так, нам наша задача сейчас это зачистить автомобильную стоянку. То есть очистить ее от мертвецов. Вон как тот чел, например. То есть я думаю, вполне нам должно патронов хватить, но вот такие вот ублюдки, которые... Которые, черт возьми, типа мощные. Они всю малину-то обсирают. Так, здесь что? Она встанет? Нет. Встала? Нет, 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 нет. Так. Что это за звук? Такое чувство, будто что-то открывается или какой-то кондиционер, может, работает. Это все-таки что-то там было, видимо, в машине, я не знаю. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Давайте немножечко отбежим, потому что что-то я пересрался туда идти, там слишком темно. Отлично. О, паукан. Здорово, паукан. Был паукан, нет паукана. Черт. Здорово, дедуля. Всех вот так вот, кстати, проверять надо. Серьезно. Когда зомби-апокалипсис, ребят, вот всех, все трупы вот так вот проверяйте пулей в голову. Потому что мало ли нахрен. Ну а если вдруг это был нормальный... Если бы вдруг это был бы нормальный человек, а мы ему пулю всадили, ну, пофиг, черт возьми. Либо он от нашей пули бы сдох, либо от укуса мертвеца. Какой я добрый. Хэштег добрый Том. Так, что это тут? Вау. Тут у нас какой-то проход. Ну, я думаю, нам сразу сюда, наверное, идти. Я не знаю. Скорее всего. Скорее всего, там просто заблокирован проход, и нам нужно... Хотя нет. What the fuck? Хотя нет, мы отсюда вот с вами пришли. Мы зашли вот в этот вход. То есть, в принципе, мы могли и так пройти. Ладненько. What the fuck? Ты как, ты чё такой? Ублюдок. Ни хрена не видно абсолютно. Черт возьми, они с небес падают. Вернее, с вентиляции. Ты чё тут психуешь? Успокойся, пожалуйста. Мне тут психованные ни к чему. Сколько же тут крутых зомби? Это просто жизнь, друзья. Я имею в виду крутые зомби, это те, которые... Вы поняли, господи. Уйди, дедуля. Уйди. Паукан, сдохни. Так, надо бы как-нибудь сразу потом выбрать тогда револьвер. Черт, ничего не видно. А, ну тут ничего и нету. Ух ты, что такое? Чё? Не понял. Гранаты. Только с горючей смесью. М16, дробовик. Снайперская винтовка, глок, револьвер. Винтовка. Техника кунг-фу. Чё? Чё? Друзья, вы видите это? Что за херня? Что за херня? Охренеть, это, видимо, одна из, каких-то пасхалок игры или типа того. Техника кунг-фу. Посмотрите, у меня татуировки появились на руках. Охренеть, надеюсь, эта техника кунг-фу нам навсегда далась. Пойдемте, ребят, пойдемте посмотрим, как она работает. Чтобы открыть дверь. Здорово, зомбячий. Охренеть, вот это клево. Посмотрите. Посмотрите, что мы делаем. Это просто обалденно, друзья. Просто охрененно. Так, мы сделаем вот так, пожалуй. Взорвем вот того вот зомби. Ну или так. Гори, говно.
Черт, мы теперь сами туда не пройдем. Нет, пройдем, пройдем все-таки. Так, выбираем снова технику кунг-фу. Че, мы не Джет Ли, что ли? Здорово! Ты на кого здесь хотел полезть, ублюдок долбанный? Я владею кунг-фу. Охренеть, друзья, это правда одна из пасхалок. Как хорошо, что мы заглядываем в каждый угол. Ну, то есть... Хорошо все-таки иногда искать какие-то плюшки. Поднимитесь на лифте на главный уровень. Но я, ребят, правда не знал. Я честно, честное слово, я ничего не знал об этой плюшке или что это. В общем, ничего про кунг-фу я не знал. Фидлерс Грин, Атриум. Очистите от мертвецов офис, банк, ресторан и Атриум. Здорово, бабушка! Держи! Ублюдочная бабушка уже хотела меня обрыгать или типа того. О боже. Какая музычка. Здорово. Здорово. До свидания. Здорово. Что это там? Ух ты. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите на это. Так, ладно, немного дальше. Попробуем, докинем или нет. Так, точно. И теперь еще дальше. И... Бум! Точное попадание в паукана. Ну черт, мы их не убили. Так неинтересно. Так, ладно, патроны кончились. Где наша снайперская винтовка? Вот она хорошая. Вот она родимая. Нужно перезарядиться. Чё, ну что, ну что, зачем ты сопротивляешься? Вот просто, вот ладно. Так, хорошо, нужно ближе. Господи, сколько шума мы создаем, а? Так, хорошо. Вроде как здесь мы очистили. Давайте немного дальше вот тут пройдем, то есть по этой стороне. Потому что что-то мне кажется, что здесь нам тоже что-то нужно будет чистить с вами. Это офисы, похоже. Ой, где же пошел ты? Сдохни, говно. Черт возьми, только я подумал, что аптечка нам не нужна. Как она нам пригодилась. Дверь. Отвали. Дверь невозможно открыть с этой стороны. Очистите офис от мертвецов. Кстати, мы офис очистили. Быстро мы, однако. Охренеть, ну техника кунг-фу, это что-то с чем-то. Давайте так, когда будет зомби один, ну то есть, когда кто-нибудь будет один. Господи, когда зомби будет идти, какой-нибудь зомби просто оторвется от своей стаи и будет где-нибудь идти один, мы применим на нем технику, не знаю, там, парящего тигра или типа того, я не знаю техники кунг-фу, господи. Ух ты, это какой-то мощный зомби? Нет, давайте... Давайте просто кинем в него гранату. Кунг-фу здесь не поможет. Граната, по-моему, тоже не поможет. Ладно, вот так вот. О, черт! О, черт! Блин. Это было больно. Так, а вот теперь мне бы, знаете что? Мне бы сейчас... Пригодилась бы аптечка. Ну или пилюли. Давайте заглянем в каждую ячейку. Нельзя. Странно, почему? Почему ячейки закрывают? Ведь круто, когда ячейки открыты. И круто, когда сейф открытый. Все равно зомби-апокалипсис. Кому какая разница? Смотрите, а это здание, это как будто целый город, как бы в одном здании, да? Очень клево. Здорово. Как я в того-то попал, блин, если я в него даже не целился? Умри. Патроны к револьверу. Патроны к револьверу. Что, господи, что я несу? Ребят, ночь сказывается, простите, пожалуйста, простите. Очистите банк от мертвецов. Хорошо, сейчас все сделаем. Атриум мы уже наполовину очистили.
Сейчас мы очистим банк. Вернее, дочистим до конца, потому что здесь, по-моему, вон туда только пройти осталось. Атриум — это, насколько я знаю, это вот это вот помещение, то есть, которое за клеткой. Так, а тут есть второй этаж. Как туда попасть? Неизвестно. Да? Мы тут были? Ага, нет. Так, ладно, хорошо, уходим отсюда. Наверняка есть какая-то другая дверь. Всегда есть какая-то другая дверь. Правила жизни. Вот, видите? Вот ахил, отвали, 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 отвали. Отвали. Вот, смотрите. Только он хотел меня обрыгать, ублюдок. Если бы он... Господи, сколько же вас тут крутых зомбячих. Все, банк зачищен, офигенно. Если бы он меня обрыгал, друзья, я бы сдох. Потому что я не люблю, когда на меня рыгают. Я бы сдох только от стыда. Техника кунг-фу. Хм, ребята, мне кажется, или я слышу одного зомби. Хе-хе-хе, как же тебе не повезло, что ты здесь один, друг мой. Так. Хорошо. Этого пришлось двух раз вырубать. Круто. Ладно. Стиль летающего дракона здесь не помог. Хорошо. Уходим отсюда. Очистите... От мертвецов ресторан, очистите от мертвецов атриум. Так, знаете, что не понял? Как мы с вами там оказались? Ведь банк он внизу. А мы вот так вот все обошли, то есть там офис. Угу. Потом мы как-то спустились в банк. Нет, давайте вернемся назад. С нашей техникой кунг-фу. Винтовка калибра — это полная хрень, так что... Угу. Что у нас здесь? Вот, нам туда нужно. Вон туда. Мы, по-моему, с вами подобрали, да, патроны для М16. Отлично. Просто отлично. Так... И вот здесь вот мы выйдем сейчас с вами в атриум. Расхерачим тут всех в хламину. То есть зомбячих, я имею в виду. Кстати, а там, по-моему, ресторан, да? Ну, там есть какая-то вывеска. Ладно. Господи. Давайте сначала проверим эту дверь. Невозможно открыть дверь с этой стороны. Ну, хорошо. Невозможно, значит, нужно идти туда. Нам же легче. Если невозможно открыть ту дверь, значит, остается только один выход. Идти туда. Так. Но все-таки здание шикарно красивое. Вот так. Хелл! Ты че тут прыгаешь? 7 пуль. 7 пуль в голову, друзья. 7 пуль в голову. Вот что требуют от меня зомбячие. Но я не могу им этого дать. Знаете почему? Потому что мне жалко мои патроны. Черт, я слышу рогача. Нет, это паукан. Вот рогач. Так, это обычное. Это военный. New objective. Очистить атриум. Кстати, ресторан мы очистили. Отлично. Но мне бы сейчас... Мне бы сейчас аптечечку... О, холодильник тоже можно осматривать. Офигенно. Будет прикольно, если здесь будут патроны или... Ладно, если аптечка. Да сдохнешь же ты уже наконец, господи. Тупой зомбячий. Ах, ладненько. Ничего здесь нету. Давайте с оружием. Наперевес, с дробовиком. Пойдем в атриум уничтожать ублюдков. Так. Невозможно прибить с этой стороны, бла-бла-бла. Черт, еще один рыгач. Сколько рыгачей? Что-то много рыгачей через черт. Что за херня? У них тут рыгачная вечеринка? Ха, так смешно.
Очень смешная шутка. Господи, да их тут куча. И все хотят обрыгать меня. Что за хрень? Извращенцы. Точняк, ребят, смотрите. Куча зомбячих, и все хотят меня обрыгать. Вот это клево. Вот это я популярен. А ну отвали, хотел там уже оббежать его, чтобы меня зафигачить. А вот это ублюдок просто... Просто ублюдок. Держи. О, опять кто-то упал. Они все падают и падают откуда-то. Бум. Кабум. Кабум. Смотрите. А с дробовика с одного выстрела в упор уничтожает сильного зомби. То есть с одного выстрела можно уничтожить сильного зомби. Очень... What the fuck? Он еще живой. Охренел. Так, ладно, отходим, отходим. Нужно перезарядиться. Нужно перезарядиться. Охренеть. Вот это он полетел. А бабуська-то рассвирепела от того, что я ее хахаля-то замочил. Так, мне кажется, что остались... Одна из последних волн. Ну там, ты не прыгай давай, успокойся здесь, пожалуйста. Угу. Блин, тут сильная, сильная зомбячка идет, сильная зомбячка. Сильная зомбячка прямо по курсу. Сильная зомбячка прямо по курсу. Поднимитесь на лифте в пентхаус. Хорошо, не вопрос. Пентхаус так пентхаус. Какой шикарный лифт, а? Повезет нас с вами в пентхаус. Фидлерс Грин, пентхаус. Так, хорошо. Значит, оружие, ладно, не будем доставать. Используем технику кунг-фу. Вау, посмотрите, как мы высоко находимся. Ты чё здесь? Охренеть, нет. Ладно, я думал... Я думал, нас уже тут встречать сейчас будут. О, господи. О, господи. О, господи, отвали! Но нет, все-таки нас не встречают. Что за хрень? Очистите от мертвецов пентхаус. Видимо, вот здесь нам нужно будет сейчас... Очистить от мертвецов пентхаус для того, чтобы здесь жил вот этот вот главнокомандующий. Больной какой-то зомби-террорист, ё-моё. Аптечка, это хорошо. А вот два патрона на бабуську-то не хватит, я думаю. А, нет, хватило. Отлично, отлично. Вау, какие тут кровати. Посмотрите, вы только посмотрите на это. Так. Здорово, чувак. Черт, мы ему рожу отстрелили. В прямом смысле этого слова. Господи, а поэтому... Нет, 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 не надо на меня рыгать, пожалуйста. Почему всех тянет на меня рыгать? Что за хрень? Я что, настолько уродлив? Черт, любой, кто рыгнет на меня, отстрелю ему, черт возьми, голову. Так, револьвер. Вау, вы только посмотрите. Плазма, все дела. Просто охрененно. Заперто, хорошо, уходим. Так. Тут вообще библиотека. Просто посмотрите, все условия для жизни. Все условия для жизни, друзья. Для реально крутой пентхаусовской жизни. Светской жизни. Отвали от меня. Да господи, когда ты... Когда ж ты сдохнешь, бабуська, ты чё? Да ты чё вообще? 6 патронов. О боже мой, это какой-то босс, бабуська. По-любому, это не просто бабуська, это босс, бабуська. Наконец-то, 7-й патрон. Почему нельзя сдыхать вот как они? По одному патрону в лобешник и все. Нет, тебе надо выманивать у меня все мои патроны, чёртова бабуська. Мне кажется, блин,
Ну ладно, давайте. Я знаю, что вы этого хотите. Я тоже этого хочу. Так, разомнемся. Давай. Подходи, ублюдок, давай. Фух. Так, голову вверх, вниз, влево, право. Готовы? Иди! Боже, это божественно, друзья. Это просто божественно. Очистить от пентхаус от мертвецов. Это Гейл. Бабушка, здорово! Охренеть, я лежа ее ударил. Это круто было. Здорово! Мне кажется, или все? О, тихо. Давайте повбиваем все окна этим ублюдкам. Пусть вставляют новые, все равно денег навалом. Господи боже, это что такое? Метеориты какие-то? Нужно уничтожить их силой кунг-фу. Кстати, вот здесь, да, тут тоже были какие-то комнатки. Мне кажется, кто-то из них сейчас встанет. А нет, никто не встанет. А мы по-прежнему выбиваем стекла. Боже, он божественно это делает, просто. Он реально, господи, фермер-кунг-фуист. Фермер-кунг-фуций, черт возьми. Чтобы использовать туалет, нажмите клавишу действия. Так, нет, не так, ребят, не так. Нужно все делать цивилизованно. О, чё-то я поссать захотел. О, где тут туалет? О, раковина, потом руки можно помыть. О, туалет. Ну, это типа ширинку расстегнул. Оу-е-е. Типа ширинку застегнул. Ладно, это не ширинка, это ширинка будущего, друзья. Такой звук, как будто дверь какая-то открывается в космическом корабле. Окей, смыли. Помыли руки. Все, можно уходить отсюда. Где мы еще с вами не были? Вот мне что интересно. По-моему, мы уже вот тут мы с вами не были. Это точно последняя дверь, которую нам нужно открывать. И это будет не совсем, ну ладно. Гори, сволочь! И ты гори. New objective. Найдите выход на террасу пентхауса. Терраса? А где выход на террасу? Так, может быть, вот где-то тут? Нет, нифига. Может быть, здесь? О, точно, есть какая-то дверь. Нет, это персональный туалет. Ну, конечно, у всех богачей должны быть персональные туалеты, черт возьми. Я тоже хочу свой персональный туалет, как Картман. Найдите выход на террасу пентхауса. Здесь у нас лифт, насколько я помню. Значит, немножечко надо куда-то туда пойти. Здесь у нас что? Здесь у нас библиотека. La библиотека. Тека, монтека, а ла дискотека. Здесь у нас комната, в которой два трупа. Нет, значит, все-таки наверх надо. По лестнице. Какая музыка заиграла. Это что у нас здесь? Что у нас здесь? Вот он, выход на террасу, но он был заперт. Отлично. Истребление. Ожившие мертвецы. Что за фигня? Изо всех щелей, что называется. Что называется зомби изо всех щелей? Очистите террасу от мертвецов. Так, перезарядка, быстро. Все делаем очень быстро. Отлично. Отлично. Этого ублюдка тоже сейчас убьем. Господи, да их тут много!
Их тут очень много, я бы даже сказал. Так, ладно, отлично, отлично. Пока все нормально, пока справляемся. Так, давайте сначала этих убьем. А потом уже на остатки. Потом... Нет, мы сделаем намного круче. О, господи, он не последний. Ну ладно, ладно. Так, ладно, сейчас еще кто-то вылезет. Если никто не вылезет... О, здорово! Ты одна! А тебе не говорили, что одной ходить небезопасно? Особенно, когда мастер кунг-фу бродит где-то по улицам. Господи, сколько же их... Сколько же их тут? Сколько же их тут? Давайте, друзья, давайте сделаем вот так. Горите, твари, горите в аду. О, черт, меня обрыгивают. Ну, естественно. Меня же всегда обрыгивают. Я же люблю, когда на меня рыгают. Горите, сволочи! Господи, откуда она тут оказалась-то так быстро? Так, ладненько, все хорошо. Возьмем, пожалуй, вот эту вот аптечечку и больше не будем попадаться просто-напросто. О, господи, это агрессивная зомби. Это зомби агрессивная, потому что... Хватит рыгать на меня! Потому что у нее клюшка для гольфа в руках. Ух, как отлично-то, а? Смотрите. Окей, осталось 3 агрессивных зомби. Давайте, когда останется один, разберемся с ним в стиле кунг-фу. Не хотите ли вы так поступить? Да, давайте лучше с ментом разберемся в стиле кунг-фу. Давай, давай, дружище. Да господи, сдохни просто. Не надо взрываться, только не взрывайся, только не взрывайся, я лучше тебя просто убью. Вот так я попал с фермы на самую вершину Фидлерс Грин. Жизнь в городе наладилась. Кауфман смог открыть свою замечательную башню. Охрененно. Сюда допускались только богатые и известные люди, но это уже совсем другая история. Временами жизнь казалась такой же, как и раньше. Но я знал, черт побери, все знали, что это не так. За стенами города не было ничего, кроме смерти. И смерть постоянно пыталась прорваться внутрь. Чё? Умный зомбячий? Да где это слыхано? Охрененно. Окей. Друзья, мы с вами прошли игру Land of the Dead, Земля мертвых. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение, так же, как и мне понравилась эта игра. Просто охрененно. Это значит, ребят, вот эта игра, то есть сюжет этой игры развивается перед тем сюжетом, который в фильме. То есть сначала вы или посмотрите мое прохождение, или сами поиграете в эту игру, а только потом смотрите фильм. Наверное, так будет интереснее. Кстати, нужно будет тоже посмотреть этот фильм теперь, потому что как бы я знаю, что было до того, что как вообще тот, то есть Фидлерс Грин небоскреб, как он вообще... появился, теперь мы это знаем, потому что мы его зачищали для тех людей, которые там будут жить теперь в фильме, то есть там в фильме там богачи одни живут в этом небоскребе. В общем, ладно, не буду спойлерить, вы, если захотите, посмотрите сами. Спасибо за то, что были со мной, друзья. Спасибо за то, что посмотрели это видео и вообще все видео по игре Земля мертвых. Надеюсь, вам понравилось, так же, как и мне. С вами был Том. Давайте, ребят, до следующих видео. До следующих прохождений и до следующих видео.